Всем привет! С вами ваш переводчик Асылхан, и сегодня у нас новенький. В 80-е годы он был солистом американской рок-группы Heaven. Всем приятного просмотра! Всем привет! Как жизнь, молодая? Спасибо, что зашли ко мне в гости. Я в предвкушении сегодняшней реакции, потому что получил кучу запросов на этого исполнителя. Его имя – Димаш. И реакция будет на его песню – SOS. И когда я искал это видео, мне показалось, что это живое выступление. Также, насколько я понял, это было давненько. Но дело в том, что народ расхваливает его направо и налево. Кто-то даже говорит, что он самый лучший певец во всем мире. Давайте посмотрим. Думаю, это видео все рассудит. Давайте приступим и начнем нашу реакцию. Итак, все тип-топ, так что погнали. На мандаринском. Поехали. Во-первых, красивый чудесный контроль фальцета. Красота. Мне нравится. Очень нежно. И еще там много дыхания. Я так не смогу. Вот хоть убей. Но здесь есть момент, который, как мне показалось, имеет хоть какое-то отношение ко мне. Димаш во время пения снял один из внутриканальных наушников. Во времена, когда я пел на сцене, у нас не было таких штучек. Мы пели без помощи таких мониторов. Напомню, что это было 30 лет назад. Но в студии мы, как певцы, надевали эти наушники в этих маленьких комнатах. Я всегда оставлял один наушник в ухе, а второй вынимал. Для меня так было комфортнее, что ли, и помогало мне напрямую услышать свой голос, не в миксе. Я не знаю, почему Димаш это делает. Возможно, ему тоже не нравится слышать себя в миксе. Но когда я был певцом, я делал так, потому что мне так было удобнее. Пока я просто влюблен в его голос. Давайте вернемся немного назад. Как исключительно. Интересно, какой же у него диапазон? Мне нравится, как он проходит через все свои голоса, как он переходит с грудного голоса на головной голос, а затем, вероятнее всего, с головного голоса сразу фальцет. Это очень сложно сделать, особенно для мужчины. Вот я не выступал уже около 35 лет. И если вы смотрите мой канал, вы знаете мой голос. У меня такой хрипленький голосок, и для меня будет крайне тяжело воспроизвести вот это. Особенно рано утром, как сейчас. Но я попробую, была не была. Сейчас наша реакция превратится в цирк.
Когда я был помоложе, я слушал такие группы, как Earth, Wind & Fire and the Commodores. Различные фанк-группы или R&B, где часто поют фальцетом. Я раньше практиковал это. Конечно, хочу предупредить вас, что я не пел фальцетом больше 30 лет. Но чисто, чтобы поржать и показать вам, как это непросто, я попробую сделать это. Попытка не пытка. Я не знаю слов этой песни. Очень красивая песня. Как я понял, на французском языке. Давайте попробуем. Вот сейчас будет хохма. Надеюсь, это хоть наполовину прозвучало нормально. Там не было такого же дыхания. Меня немного перекосило после этого. Но как певцу, это помогло мне лучше понять и оценить, что он делает. Давайте вернемся. Обещаю больше не петь. Как мощно! Как бы я ни хотел останавливать это, но мне нужно делать эти паузы, чтобы оставить свой комментарий о том, что я вижу. Ребятки, вы были правы. Это просто невероятное выступление, бесподобное выступление. Я узнаю себя в этих лицах из зала. Почти в каждом кадре можно увидеть чьё-то офонаревшее табло. Потому что это по-настоящему удивительно. То, что он делает, это чудо. Какой контроль над своим диапазоном. Вот эта способность управлять своим дыханием и контроль грудного голоса, когда он поет очень мощно. Чтобы петь фальцетом или головным голосом с такой силой, нужно быть хорошо подготовленным, чтобы справиться с такой мощью. Этот парень, он может быть поп-певцом, он может быть оперным классическим певцом. Он может петь все. Я просто угандохан. Хочу сказать, чтобы вы не обращали внимания, если я буду качать головой гораздо сильнее, ведь так я выражаю свое изумление. Чего?
Это очень редко, когда певец вызывает у меня такие эмоции, от которых меня всего мурашит. Это какие-то бешеные мурашки. Я просто не знаю, куда себя деть. Вау! Вау, Димаш! Вау! Я больше не буду останавливать. Дослушаем до конца. Да, я бы оценил это так. Это одно из самых лучших выступлений, которые я когда-либо видел. Вау, вау. Это вызывает настоящий, неподдельный трепет. Еще больше меня радует тот факт, что это было довольно давно. Около 5-6 лет назад. Я уверен, что он приготовил для меня столько всего. Я не могу дождаться. У меня руки чешутся. Вот сделаю это видео, опубликую в сеть и буду делать новые реакции, как сегодня на SOS. Буду смотреть его новые выступления. Всем-всем-всем, кто рекомендовал посмотреть Димаша. Спасибо от всего сердца. Удивительно. Удивительно. Я не знаю, что еще сказать. Я просто обалдел. Для меня была великая честь сделать реакцию на него. Всем спасибо за внимание. Кстати, он очень классно спел. Если сравнивать с его настоящим голосом. Не забывайте подписываться на наш телеграм. Там я публикую запрещенные реакции и заставки. Всех люблю, всех обнял. Пока!